продукция, которая будет производиться, она должна быть самого высокого международного уровня. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорога товар. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. И, конечно, нужно ломать стереотипы. Если идти вперед, то и результат будет обязательным.